Чому ви називаєте перемовини тристоронньої контактної групи шоу? Ми ведемо якісь непонятні діалоги, непонятно з ким. Замінили голову ТКГ з Кучми на Кравчука. Я думав, що дід немножко буде тормозити. Він мене поразив своєю витримкою і швидкістю реакції. А що наш президент? По крайній мірі, хто агресор, він точно розуміє. Все ж таки, з того, що можете зараз озвучити. Говорити можна все, що угодно. Головне, нічого не підписує. Друзі, хочу одразу вас попередити, що ця розмова відбувається в запису напередодні чергових перемовин у Мінську. Тому деталі ви всі подивитеся у новинах, не перемикайтесь в четвірочки. А сьогодні ми будемо говорити більше про атмосферу, про тенденції і закулісся Мінську. Сергій Гармаш, представник ОРДЛО, з нашого боку. Чи як воно там кваліфікується, бо трохи дивно отак позначати, що саме з нашого боку. Ну, це условно, так ми називаємо, да, представителя ОРДЛО від Росії, із ОРДЛО від Росії, ми так говоримо, і представителі ОРДЛО України, скажімо так. Ну, це условне ділення, звісно, в комплексі мір є просто представителі ОРДЛО. А скажіть, ну, я все одно зараз застосую цей вираз з нашого боку четверо, так? А з того, і взагалі, як юридично той бік, та сторона, вона називається? В цьому проблема, скажімо, мінських переговорів, що юридично той сторони не существує. Якщо ми включені, ну, нас четверо переселенців, скажімо так, от двоє від Донецька, двоє від Луганська, і ми, ну, та МІДа офіційно включені в состав української делегації, то та сторона не є стороною ОРДЛО, не є стороною трьохсторонньої контактної групи, тому що трьохстороння контактна група – це Росія, Україна, ОБСЄ. Росія стесняється їх включити в состав своєї делегації, тому що не хоче, скажімо так, бути стороною конфлікта і стороною переговорів, відповідно. Вона робить вид, що вона там прогулятися вийшла, скажімо так, що вона наблюдатель або посередник, непонятно. Соответственно, люди, которые, собственно, и ведут с нами переговоры, и в основном говорят они, юридического статуса не имеют. И в этом проблема, потому что какие договоренности могут быть между нами и ими, да, если некому подписывать эти договоренности с той стороны. Но они-то согласны подписывать, им наоборот, они все время пытаются с нас вытянуть какой-то документ, чтобы поставить на одной страничке с нашими, скажем, представителями свои подписи. Это их легитимизирует. Но даже Россия их не признает. Они приглашенные. Поэтому есть вот такая юридическая деление. А социальный зрез кто? Ну, Мирошник – это бывший, ну, может быть, он и сейчас журналист, известный журналист луганский, кстати, но он всегда вот партию региона обслуживал, там Ефремова, еще кого-то. С нашей стороны Михайлова, я ее не знал до этого, я думаю, она юрист, ну, по крайней мере, она комментирует юридические решения наши как специалист, хотя это забавно иногда выглядит. И на ТКГ уже, то есть я сейчас говорил о политической подгруппе, но на непосредственно трехсторонней контактной группе, что меня, кстати, очень возмущает, за одним пока еще виртуальным, но потом это же не будет так, да, карантин же не вечный, то есть за одним столом с нашим первым президентом, сейчас с нашим первым премьер-министром, да, от российской стороны с председателем бывшим Госдумы России, сидят так называемые министры иностранных дел ДНР и ЛНР, Никонорова и Дейнега. За одним столом, але ж по скайпу відбувається. Да, на жаль, виртуальним столом, но это сейчас виртуальное. Угу. Если это все перейдет, скажем так, в офлайн, то они будут сидеть за одним столом практически, получается. Чому ви називаєте перемовини тристоронньої контактної групи шоу? Ну, це я цитую ваш пост у Фейсбуці. Потому и называю, что я считаю, что ничего не решается непосредственно на переговорах, поскольку мы ведем диалог не с теми людьми, которые принимают решения, то есть не с Россией, хотя стороной конфликта является Россия. Мы все прекрасно понимаем, что если Россия завтра уйдет, перестанет возить туда деньги, боеприпасы и своих отпускников, или сейчас инструкторов, как она
говорит, то, собственно, конфликт закончится в течение месяца, я в этом уверен, как человек из Донбасса и как человек, у которого очень много там, к сожалению, сейчас живет и родных, и друзей, и знакомых. Поэтому вот это шоу, потому что мы ведем какие-то непонятные диалоги, непонятно с кем, те, с кем нужно разговаривать, если бы они действительно были заинтересованы в окончании войны в мире, то они бы шли на прямой диалог. Я думаю, мы бы очень быстро договорились. А так вот нам подсовывают что-то, нечто, понимаете? Угу. И мы для сохранения вообще самой площадки вынуждены терпеть такой странный разговор. Ну, например, и прошлая ТГК была, и сегодняшняя заключалась в том, что они вот, ну, в прошлый раз 4 часа, в этот раз 2 часа, говорили одно и то же, вот как автоответчик, понимаете? Вот. Вони це хто? Ну, представители России из ОРДЛО, скажем так. Угу. Да, поэтому я считаю, что вот в такой форме Минск – это шоу. Минск может стать площадкой для решения проблем. Тобто, что значит автовідповідач? Тобто, вони весь час говорят, ну, а вы они мовчите? Практически… Нет, мы тоже говорим, но мы говорим по сути что-то, а они нам все время вот одно и то же. Ну, например, вот нужно отменить постановление Верховной Рады, потому что он нарушает Минские соглашения. И мы им говорим, что хорошо, мы направили как бы письмо, Кравчук направил в Верховную Раду. С просьбой пересмотреть, скажем, ну, мы же не можем большего сделать, потому что мы не Верховная Рада, и мы не можем давать указания Верховной, никто не может давать указания Верховной Раде, даже президент Украины. Вроде бы как услышали. Они тянут руку. Нужно отменить постановление Верховной Рады, потому что оно противоречит Минским соглашениям. Мы им опять объясняем, что как бы, мы сделали все, что могли. Кравчук обратился с... Вы понимаете, вы нарушаете Минские соглашения, поэтому мы не можем вам доверять, и пока не отмените постановление Верховной Рады, значит, диалог невозможен. Ну и вот это вот бесконечно, ну понимаете, вот вы улыбнулись третий раз, я вам это сказал, а представьте, как это 4 часа слушать в разных вариациях. Ну, при этом Россия как бы делает вид, что она прогуляться вышла, когда мы напрямую обращаемся к представителю российского МИДа, который там присутствует, у него такая формулировка в основном. Российская Федерация приветствует любые компромиссные договоренности между Донецком, Луганском и Украиной. Ну, или Донбассом и Украиной. Мы даже задали ему вопрос, а вы не считаете Донецк, Луганск, Украина, если у нас с ними должны быть договоренности? Он, ну, хорошо, вернемся к минскому тексту ОРДЛО с Украиной. Ну, понимаете, вот это вот... Когда называют черное белым, ну, я уже начинаю привыкать, конечно, хотя, наверное, даже по моему состоянию видно, что это тяжело психологически. Это переносить. Я пам'ятаю нашу зустріч з Романом Безсмертним, коли він ще представляв Україну в ТКГ, і він якраз приїхав до нас на інтерв'ю одразу після Мінську. Він був такий виснажений, він ледве говорив. І він казав, що це дуже важко психологічно, особливо, ну, що найважче, говорити з людьми, які ти знаєш, що вони винні в смертях тисяч українців, а ти сидиш з ними і про щось говориш, і щось там на обличчі намагаєшся там вдавати якусь приязнь, щоб не зірвати перемовини. Є таке? Представте, наскільки нам складніше зараз, скажу крамольну річ, обідеться на мене опять хто-нибудь там на Банковій, но наскільки нам складніше зараз, тому що зараз нам приходиться розмовляти не тільки з тими людьми, але й з тими, хто у нас в делегації, які теж щось говорять, непонятно. Тобто ми вже трудно зрозуміти взагалі. Тоді була позиція держави. От якою би вона не була, але вона була і понятна, і єдина. Да? Не було навіть тоді. Ну, вже по крайній мірі, в Мінську, по мінському процесу було понятно, що ми заключили Мінськ, виконувати ми його не будемо, тому що він не вигоден Україні. І я думаю, що більш-менш безсмертно было проще. Сейчас я не знаю, что думают на самом деле там, у нас, да? Зачем вот эта риторика вот Фокина, допустим. А что думаете вы? Вы же знаете процесс зсередини. Давайте вот від початку. Дивіться, вас запросили на початку червня, так? Десь за 2 місяці змінили голову ТКГ з Кучми на Кравчука. Що принципово змінилося?
По відчуттях, по меседжах? На самом деле, очень много изменилось. Хотя я не обвиняю ни в чем Кравчука и Фокина. Не обвиняю их ни в чем, потому что ну, как бы они пришли со своим видением просто процесса. Но до них у нас было единое понимание вообще цели, мы знали, куда мы шли. Вот сейчас, когда появился Фокин, когда Леонид Макарович стал давать пространное интервью, эти интервью, их позиции часто не совпадают с позициями нашими. Ну, это как бы внутренний процесс, да, но тем не менее. И это, конечно, вносит определенную дезориентацию, то есть мы тоже не понимаем, они озвучивают просто свои идеи какие-то или они ретранслируют чьи-то идеи из тех, кто их назначил. Уверенности нет. Я надеюсь, что они озвучат свои идеи. Ну, по крайней мере, Фокин, я думаю, что по нему видно, что он просто, ну, он не может по-другому говорить. Он советский человек, он всю жизнь прожил в той ситуации, скажем, Советского Союза, когда Россия была братским народом, когда Донбасс был там кузницей трудовых резервов и славой всего Советского Союза и все прочее. И он, что самое, скажем так, решающее сейчас имеет, оказывается, значение, долго не был в политическом процессе. То есть он сидел себе, как он говорит, на хуторе, переводил Руслана и Людмилу Пушкина с русского на украинский язык. І... Ну, це казки для бідних, ну, чесно. Ні, ну, це так і було. Не дивився телебачення, був дивився, ну, скоріше всього, він смотрел російські канали, хоча воно на мене обіжається, коли я так йому говорю, але він обіжається, да. Ну, я так думаю, це моє мнение, моя оцінка. Леонид Макарович, він все время був в політиці в этот період, він з неї не випадав. Угу. Поэтому, мені кажется, у нього більш адекватне, скажімо, восприятие. С другой стороны, мы все знаем, какой он осторожный, хитрый межкраплынок. Поэтому здесь тоже, как бы, с одной стороны, он говорит то, что мне, например, приятно слышать. Особенно я специально с ним встретился. Мы просидели полтора часа, я просто хотел выяснить позиции. Коли вы встречались? Буквально вот прошлую пятницу. Я сделаю интервью по этому поводу после ТКГ. Я публикую, чтобы не навредить на переговорах, потому что там были откровенные вещи. Ну, как бы мы договаривались вообще о встрече, а потом уже решили, что можно и интервью, чтобы время не прошло зря. Ну, а все ж таки, с того, что можете зараз озвучить, вот все цієї розмови з Кравчуком, що ви для себе винесли? Ну, саме, скажем, важливе, що він мені сказав, я спрашивав його, скажем, о всяких ідеях, висказуваннях, які звучать в СМІ. Він мені сказав, що говорити можна все, що угодно, головне, нічого не підписує. І то, що ми говоримо в СМІ, це в СМІ, а важливо то, що ми говоримо на переговорах. Він на переговорах це озвучує, я говорю, ні. Ну, тоді які до нього питання? Пусть говорить, де хоче, що угодно, на переговорах цього ні. Ну, я считаю, меня это успокоило. Хто з вами розмовляє перед цими зустрічами? Як ви, ну, узгоджуєте загальну стратегію? Ми ж знаємо, що курує і мінські процеси, і нормандський формат голова Офісу Президента, як би це дивно не звучало, пан Єрмак, та? Він вас десь збирає, надсилає листи. Смотрите, за все время нашей работы в ТГК непосредственно уже один раз была встреча, которую всей делегации, которую вел Ермак, это было вот не на последнем, а на предпоследнем заседании, в котором принимал участие как раз вот первый раз Кравчук с Фокиным. И там действительно был разговор, скажем так, о том, что делается, о том, что нужно сделать. Например, вот перед этой встречей не было никаких, скажем, собраний, заседаний, ну, не проводилось. А ну, по крайней мере, говорить, на нашем уровне. Говорить, что хочете, чи я в резнобей? Ну, возможно, может быть, там Леонид Макарович отдельно встречался с ним, я не знаю, скажем так. Нас не собирали, вот всю делегацию не собирали. Я специально узнал, я сначала думал, что, может, меня не пригласили, потому что я много разговариваю. Вот, поспрашивал у других, в том числе и депутатов, не только у переселенцев. Они сказали, что не было такой встречи скоординированной. Поэтому я думаю, что собирают какие-то решительные моменты, действительно важные, да, когда нужно выдержать определенную позицию. Но в первый раз очень важно было, поскольку, это я уже потом понял, да, поскольку готовились к нормандской встрече советников, она была важна для Украины, то собирали для того, чтобы все-таки мы ну, не так нервно реагировали на выпады той стороны, то есть пока, чтобы мы показали себя сдержанными, конструктивными для Запада в первую очередь, то есть чтобы мы не дали повода сорвать, скажем так, переговоры. Поэтому вот это очень тяжело, на самом деле, когда тебя все время провоцирует, да, та сторона, а ты понимаешь, что тебе нужно не дать повода ей сорвать, и вот сидишь
і умиляєшся, скажімо. А що ви, до 10 рахуєте? Як ви втримуєтесь? По-разному, по-разному. Ну, більше, звісно, страждають Андрій Костін, ну, у нас на підгрупі, да, руководитель підгрупи. Тому що він в основному говорить. Я можу попросити слова там і щось сказати, але це якщо я хочу. А йому приходиться все время говорити, тому що його щось спрашивають. Ось цей чоловік з железними нервами, дійсно, тут можна чому поучитися. І Кравчук на останній ТГК, кстати, я перший раз його бачив, скажімо, в ділі, да, в роботі. Він мене поразив своєю видержкою і швидкою реакцією. Я думав, що дід немножко буде тормозити, ну, по крайней мере, извините, что я так говорю, но когда ему задавали вопросы, а я всегда, ну, если с кем-то, вот я смотрю диалог чей-то, да, я думаю, как бы я ответил. Uh-huh. Ему задают вопрос, а я не знаю, как бы я ответил. Я тогда уже смотрю на него, как же он ответит, интересно. И он отвечает, и он, ну, вот как раз он, скажем, спас ситуацию, разблокировал переговоры, когда предложил обратиться к Верховной Раде с предложением о пересмотре, опять же, он не сказал отменить, не было там в его письме слова отменить, о рассмотреть, да, соответствие этого постановления там, законодательству. Поэтому, ну, как бы... Що ну, там це таке сутолюдське, да, сутолюдське теж питання, коли ми з ним спілкувалися теж під час інтерв'ю, то він погано чує. Да. Як це от воно на перемовинах відбувається? Ну, на ТКГ это проще в виртуальном, скажем, режиме, потому что сделал громкость сильнее, и все нормально. А в личном общении, да, вот когда я с ним общался, конечно, полтора часа кричать на человека старше тебя, и просто без повода, я вообще плохо умею кричать на людей, ну, если только мне не хочется сильно выкричаться, скажем так. Uh-huh. А, конечно, тяжело. Чувствуешь себя подонком просто кричать. Но... Он нормально это воспринимает, потому что он понимает. Ну, роботі це не заважає. Ну, сейчас рано говорить, честно говоря, насколько это, потому что мы не так часто общаемся по работе, скажем, да, вот непосредственно, угу. Пока еще, по крайней мере. Поэтому ну, пока не мешает. Добре, ваше ставлення до призначення Кравчука і Фокіна в тристоронню контактну групу? Ну, к назначению Фокіна однозначно негативное. А в чому різниця для вас? Я считаю... Ну, от призначили Кравчука, да, а згодом Фокіна. Не, ну разница большая. Это разные люди с разным политическим опытом, я вот говорил об этом, да, с разными взглядами вообще на ситуацию, на конфликт. Фокин для меня однозначно пророссийский персонаж, извините, как бы. Хотя я еще раз говорю, что он не может быть другим просто. То есть здесь вопрос не к нему, а к тому, кто его назначил, должен быть. А Кравчук... У Кравчука теж різні етапи були різні, в політичній да, но кар'єрі. Он сложный, скажем так, и как политик, и как человек, наверное. Но мне кажется, что он более принципиальный. И, ну, по крайней мере, он и говорил о том, что политика должна быть принципиальной, тогда к ней не придерешься, тогда она будет последовательной. Ну, вот когда мы с ним общались, он... То есть у него есть чему поучиться, действительно. И для меня Кравчук, ну, как бы это ценный кадр. Конечно, будет все зависеть от того, какую линию он будет гнуть. Но то, что у него есть потенциал, скажем так, быть ценным кадром в этой делегации, это 100%. Але ж Фокіна запросив Кравчук. Нет. Ні? Кравчук заявил одном интервью, что он его не приглашал. Угу. Нет, насколько я понял, Фокіна пригласил Єрмак. Ну, это насколько я понял. Угу. Хочу зацитувати... Юрія Міхальчишина, він в інтерв'ю Сергію Іванову сказав таку річ, що ці люди, Фокін і Кравчук, вони не випадкові на перемовинах, хто би що там не казав, тому що це стара партійна номенклатурна мафія, яка свого часу кон'юнктурно все зробила для того, щоб розвалити Союз, а зараз їхня мета – процес такий зворотній – об'єднати. Які думки у вас от, щодо цього меседжа? Я думаю, это не совсем верная оценка. Давайте говорить все-таки, ну, по крайней мере, по Кравчуку, что ну, нужно было иметь определенную смелость, какая бы ни была конъюнктура, да, противопоставить себя ГКЧП, когда еще был жив Советский Союз, во-первых. Во-вторых, все-таки для меня главным показателем было, что Кравчук ушел с должности президента, не фальсифицировал выборы, не, скажем так, ну, то есть он действительно демократично ушел. Хотя его коллеги, мы знаем, по Советскому Союзу в Москве там танки стреляли по Белому дому, да, там в Средней Азии до сих пор сидят, кого еще не похоронили.
Лукашенко тоже далеко, скажем так, не ушел от среднеазиатского опыта. Поэтому я бы не сказал. Я считаю, что Кравчук все-таки, как бы ни было, но он создавал это государство, и оно для него ценно и важно. Я думаю, что он не сдаст просто так Украину. Он, может быть, ошибаться в чем-то, конечно. Но то, что просто он там злонамеренно пришел, чтобы сдать Украину России, это 100% не так. Угу. Доброе. А Фокин? А Фокин я не знаю, честно. Я бы не хотел о нем говорить. Вот сегодня, например, его не было на работе подгруппы вообще. Ну вот мета его призначения, на вашу думку, ваше припущение? Возможно, вполне возможно, что он озвучивает, скажем так, то, что хотят слышать на той стороне, да, то, что хотят слышать в России. Возможно, это компенсация за консультативный совет, потому что договоренность была между Ермаком и Казаком. Договоренность сорвала Украина. И я думаю, это вызвало большое раздражение в России, ну, особенно как бы, если уже есть договоренность, да, русские уже там отметили это дело, а тут вдруг раз, и все сорвалось. Я думаю, что это попытка так вот компенсировать, скажем так, этот консультативный совет. Но здесь другие последствия, потому что консультативный совет создавался как орган, при котором, который мог выносить решения, во-первых, и при котором Россия была в качестве наблюдателя. Здесь от того, что там Фокин поедет куда-то и с кем-то поговорит, даже если это случится, хотя я и против этого, потому что это подвергает опасности тех людей, с которыми он будет там говорить. Но как бы даже если и так, то это не орган, и никаких документов, скажем так, он принять не может. Ну, кроме, может, каких-то обращений, да, там, общественности. Угу. Поэтому это другие последствия. Но как бы я допускаю, что это вот такое, такая компенсация России за сорванный консультативный совет. Всі його меседжі останнього часу, скажіть, чи можуть вони бути таким, такою пробною кулею, яку запускають з Офісу Президенту, щоб подивитися на реакцію суспільства і потім коригують свою політику? Я думаю, можуть, але не факт, що це дійсно пробна пуля. Тобто можуть, теоретично. І якщо б я був в Офісі Президента і ставив перед собою задачу, скажімо так, переорієнтації України на Росію, я б використовував такий інструмент. Але, скажімо, не факт, що це дійсно так. Тому тут можуть бути різні оцінки. В любом случае, даже если Фокин озвучивает чисто свои идеи, не вдохновленный, я не думаю, что он вообще как человек самолюбивый будет чьи-то идеи транслировать. Но, скажем так, мы же все друг друга, да, набираемся, вот, угу, вдохновиться чьими-то идеями. Даже если не так, даже если чисто свои, то это все равно показывает реакцию общества на эти идеи. И, может, в этом даже есть плюс, потому что та же Россия должна увидеть, скажем так, свои возможности здесь, да. Угу. То есть как будет общество реагировать на тот или иной ее почин, скажем так. И показать, что его идеи ну, нереальны для реализации Украины, это тоже важно. Поэтому, ну, я же рано еще оценивать, скажем так. Здесь, ну, знаете, это такая дипломатичная гра, да? Возможно, да. И я, скажем, вижу другую опасность. Вот для меня важнее то, что в результате его вот этих идей немножко делегитимизируется вообще вот наша делегация в Минске, потому что люди не все будут понимать, для чего мы там, скажем, находимся, что мы там делаем. Угу. Вот эта вот дезориентация общества, она, мне кажется, гораздо опаснее на самом деле, чем там какие-то конкретные идеи. Но здесь ничего не сделаешь. Здесь, скажем так, как вот и говорил Кравчук, да, то, что говорится в СМИ, это в СМИ. На переговорах этого нет. Поэтому он имеет право высказывать СМИ свою позицию, скажем так, как я сейчас высказываю свою угу. позицию. Если на переговорах это не звучит, то мы, скажем так, не имеем права друг на друга влиять в этом плане. Ну, от, власне, цікаво, чи буде воно звучати на перемовинах. Якщо ви кажете, що немає загальної якоїсь стратегії, от станом на зараз, та, то цікаво, як це все відбуватиметься і взагалі ваша комунікація там під час перемовин. Як взагалі у вас стратегія, якщо він буде це озвучувати, ви будете мовчати суто з етики ділової, якщо там буде от, звучати такий бред, да, щодо повної амністії бойовиків, автономії всього Донбасу, ну і купа ще таких меседжів, виборів там до того, як під наш контроль перейде кордон, ваші дії? Ви знаєте, я не вірю, що взагалі це може звучати в переговорах. Ну, потому что он все-таки, ну, опытный человек, да. Так может звучать все, что завгодно? Вы же сказали, что немає у вас зараз загальной какой-то там... Нет, ну, есть все равно, даже если что-то я выступлю, есть, скажем, позиция делегации, да, есть конечное слово всегда будет за Кравчуком, во-первых.
Поэтому я не думаю, что Фокин может высказывать такие вещи на переговорах непосредственно. Ну, по крайней мере, он не может их высказывать как позицию делегации, если это не обсуждалось с делегацией. Поэтому я даже вот, я не допускаю такого варианта. А взагалі, як все це обговорюється? Ну, все одно, ну, я не вірю, що ви просто отак ідете геть непідготовленими. Ні, звісно, у нас є повістка дня, просто що чаще всього вона не виконується. Тобто, от ми сьогодні повинні були обговорювати поправки до закону об особовому статусі, да, який прийнят уже в 2014 году ще. Для окремих районів. Так, звісно. Ну, как бы даже и не приступили к этому, да, то есть та сторона пришла, предъявила нам, что ей не понравилось наше там постановление Верховной Рады, ей не нравится наше законодательство, мы с ней не согласовываем все наше законодательство, поэтому они обиделись и не хотят с нами общаться. Вот, поэтому это очень ситуативно все, скажем так. Есть повестка дня, но говорить могут о чем-то другом, поднимать какие-то вопросы. Опять же, повестка дня, это бюрократический все равно процесс. То есть мы обсуждаем, допустим, конкретную статью вот этого закона. Говорить обо всем, вот, понимаете, там, об амнистии. Да, об амнистии мы будем говорить, когда мы будем обсуждать закон об амнистии, которого еще нет, который, если, когда он появится, да, конкретный законопроект. И то это будет, опять же, постатейное обсуждение. Это не будет вот там всем дать амнистию там, или не всем дать, потому что мы прекрасно понимаем, что всем амнистии не будет, потому что есть военные преступления, есть преступления против человечности. И здесь, что бы мы ни написали в своем законе, чего бы они ни захотели, как бы есть международно-правовые документы, да, международное право. И выше этого мы не взлетим, не поправимся. Поэтому это, хотя они будут требовать 100% этого. Но в этом вот и заключается, скажем так, дипломатия, да, что слушать, говорить свое, слушать, говорить, скажем так, и в конце концов прийти к какому-то выводу. И опять же, специфика Минского процесса, что для нас он больше направлен не на договоренность с той стороной или с Россией, я честно говорю. Потому что мы прекрасно понимаем, что глобальные решения принимаются, ну, не в Минске, скажем, и не могут приниматься в Минске. Минск – это производная от нормандского формата, это исполнительный орган. Вот лидеры государств нормандского формата поручают решить какой-то вопрос тактический, Минск его решает. Все стратегические проблемы, скажем, обсуждаются в нормандском формате, и там принимаются стратегические решения. Поэтому здесь Минск не та площадка, где могут быть какие-то вот глобальные договоренности. Можем обсуждать какие-то детали, да? Угу. Просто вот, но опять же, здесь нужно отстаивать нашу позицию, да? То есть, ну, что наш президент говорит, что думает. А що наш президент говорить? От яка його роль, власне, в цьому процесі мінському? Та? Ви її відчуваєте? Взагалі, яка субординація? Ну, ми не бачимо його, ми з ним не спілкуємося, звісно. Хоча у мене була можливість спілкуватися з ним один раз. Коли? Ну, от десь місяць назад, коли був візит його і президента Швейцарії в Краматорськ, на Донбас, і мене теж взяли. Угу. С собой, и у меня была возможность поговорить за обедом, скажем так. Так, и чего не вышло? Не вышло, почему? Вышло? Мы нормально пообщались, хотя я больше говорил, скажем так, для президента Швейцарии, но вот говорил с ней, смотрел на него, мне были интересны его реакции. И? Да, и он вступал в разговор, и я считаю, что он адекватно оценивает ситуацию, ну, по крайней мере, кто агрессор, он точно понимает. Он точно понимает, с кем нужно разговаривать, с кем не нужно разговаривать. Но я еще раз повторю, есть дипломатическая игра. И вот наша, специфика Минска в том, что все, что мы там делаем, больше направлено на то, как воспринимать это Запад. Нам очень важно показать Западу, что мы конструктивная сторона на этих переговорах, что мы действительно хотим мира, мы хотим договариваться. Скажем так, мы идем на какие-то компромиссы. А вот та сторона не идет. Но это и правда, собственно. Та сторона не идет ни на какие компромиссы. Вот. Поэтому для нас важна реакция, оценка ОБСЕ, реакция наших западных партнеров, которые не сидят за столом, но вот в онлайне уже видно, да, окошечко там включается. Там написано «Казак», допустим. Да, я его не видел никогда живьем, но окошечко я вижу. Угу. Оно включается. Там еще кто-то. То есть наша работа направлена в первую очередь на вот это. Ну, мне так кажется. На вашу думку, все ж таки, центр прийняття рішень – це президент Зеленський чи Андрій Єрмак? Я думаю, что решение принимает, конечно, президент, но влияет на принятие его решений, да, создает базу для принятия решения информационного, конечно, Ермак. И Резников, я думаю, тоже влияет на президента, но имеет возможность такую.
Хотя у Ермака, конечно, больше, потому что он больше физически находится с президентом, чаще общается. На початку інтерв'ю ви обмовилися, що у вас вже були якісь проблеми з Офісом Президента через ваші висловлювання. Можете навести приклад? Ну, як правило, це якісь мої пости, які... Мне трудно оценивать, вот оценивают их содержание или нет, потому что у меня была претензия, что я раньше времени, скажем, разгласил дату следующей нормандской встречи, когда она еще не была утверждена. Вот. И из-за этого я там ее чуть ли не сорвал, а теперь уже, кажется, и сорвал, наверное, потому что ее перенесли. Ну так, по логике, да. Был это действительно, это было действительно так, или это был просто повод, скажем так, чтобы немножко меня убрать от информации и сделать мне внутреннего редактора, да, саморедактора, чтобы вот я не знаю пока еще, скажем, мне еще не сложилось мнение. Так а с кем была размова? Ну, я бы не хотел озвучивать это все такие вещи. Але ж вы не зупинилися, вы до сих публикуете досить резкие посты. Да, я не останавливаюсь, но я осторожнее действительно. Вот сегодня я уже не пишу, когда там может быть следующая дата нормандской встречи. Я просто написал, что она, скорее всего, будет тоже перенесена. Угу. С чего вы так вырешили? Потому что та сторона блокирует переговоры, и, соответственно, нормандской встречи не может быть, если нет прогресса в Минске. Угу. А та сторона не дает этому прогрессу случиться. Яка мета їхня от зараз блокувати процес? Вони ж розуміють, що у жовтні все одно вибори неможливі. Абсолютно понимают. Более того, это ж мы им предлагали провести выборы там 25 октября, как и на всей Украине. И они против этого выступали. Они говорили, что это невозможно. Поэтому... А они чего выступали против? Ну, они прекрасно... Во-первых, они, скажем так, они же тоже люди, да, и представьте, там прошли выборы, кем становятся эти Дейнеги, Никоноркины, там, Михайловы и все прочие? Никем вообще. То есть они не могут быть заинтересованы в разрешении конфликта априори. Потому что тогда они становятся никем. Так это же не они вырешают, а Россия? Нет, ну они же играют свою роль. Они могут, извините меня, саботировать какие-то вещи, ну на оперативном уровне, да. Угу. Вот. Но в любом случае они не заинтересованы. Во-вторых, сейчас, я так понимаю, та сторона, по крайней мере, скажем, затягивает время специально для того, чтобы все-таки посмотреть на итоги президентских выборов в США. Потому что после... скажем, президентских выборов США, будет понятно, как глобальный игрок, да, самый глобальный, какую позицию он займет. И Россия, думаю, вот затягивает процесс, во-первых. Во-вторых, из письма, опять же, казака известного, которого он направил внешнеполитическим советникам глав нормандской четверки, я пришел к выводу, что Россия не заинтересована в существовании такого инструмента, как вот Институт внешнеполитических советников, вот та встреча, которая готовилась, да, и готовится сейчас. Потому что России там некомфортно. Там есть Германия, Франция, Украина, которые... Ну, Германия, Франция часто становятся на позицию Украины, да. И Россия, ну, опять же, это следует из письма казака, что вот опять мои предложения, пишет он, не учли, да. То есть позицию России там проигнорировали. И я так думаю, что он торпедирует вообще сам этот институт. И он же предлагает вообще его отменить, а все вопросы перенести на решение на уровень ТГК, где нет Германии и Франции, но есть ОРДЛО, где Россия, опять же, не сторона конфликта, как она говорит, не сторона переговоров, а просто прогуляться вышла. Вот. И на уровень министров иностранных дел. Поэтому я думаю, что это намеренно делается. Вот из этих двух целей. Заблокировать этот институт, потому что он не выгоден России, и затягивать время к выборам. Но я не знаю, так ли это или нет, но мне сказали вот из офиса как раз, что у меня неправильная точка зрения, обусловленная отсутствием там достаточного количества информации. Но, честно говоря, чем больше я анализирую даже их реакцию, тем думаю, что я, наверное, все-таки угадал с этим. Скорее всего, это так. Ну, иначе бы не перенесли эту встречу, которая уже была намечена на 28 августа, да? И не блокировали бы очередную встречу, которая сейчас готовится. На вашу думку, на чому ґрунтується припущення президента Зеленського про те, що війна може закінчитися до кінця цього року? Це інтерв'ю Євроньюз. Трудно сказать. Ну, во-первых, я не совсем понимаю, что он понимает под войной вообще, да, если он имеет в виду только стрельбу на Донбассе, то может быть, в принципе, хотя я в это не верю. А если мы говорим о войне вообще, как, скажем, инструменте реализации конкретных политических целей той же России, да,
которая ставит перед собой задачу, если не уничтожить, то подчинить Украину, то эта война точно не закончится ни до конца года, ни в ближайшие вообще годы, я думаю. Ну, он же разумеется в дефинициях. Я думаю, да. Ну, что он сказал, что он имел в виду вот в данном случае. Ну, мы же все люди, да, мы можем как бы говорить не всегда то, что мы думаем. Нет, мы-то все люди, но же он президент. Ну, президент тоже человек, и, кстати, не имеющий опыта в политике, да, это надо учитывать, этот фактор все-таки. Он не научился еще фильтровать слова, как и я, в принципе, да, вот. Поэтому трудно сказать, что он имел в виду. Я не вижу никаких предпосылок, скажем так, к окончанию войны, ни на каком уровне, ни на военном, я не верю, что перестанут стрелять, ни тем более на глобальном. Тем более, опять же, давайте говорить, что война, есть такой теоретик военный, Бублик, по-моему, канадский, и он сказал очень интересную фразу. Война – это сфера эмоций, потому что, чтобы идти убивать человека, нужно сильные эмоции иметь. И вот у нас в обществе все-таки скопились достаточно сильные эмоции за это время, потому что много людей погибло, много людей потеряло кровь, много людей, ну, судьбы разрушены фактически, жизни разрушены. И прекратить эту войну вот сейчас, знаете, одним решением там Зеленского и Путина не получится все равно. Поэтому для меня, например, война закончится тогда, когда будет восстановлена справедливость. Не просто мир, а справедливость все-таки. И те, кто предавал страну, я не имею в виду там тех, кто ходил на референдум, это просто люди промытыми мозгами, скажем, были. Они, я думаю, уже сами пожалели 150 раз. Я знаю много таких людей. А вот те, кто предавал страну и получал за это деньги, и получает, они должны ответить за это точно, 100%, я в этом уверен. Потому что по-другому быть не может. Иначе справедливость не будет восстановлена. Иначе вот этот особый статус, если они, не дай бог, его получат, да, и мы приедем туда, и они получили особый статус, а мы что, могилы? А вы разглядаете для себя вариант повернення на Донбас? Я не уверен, что я буду жить там, скажем так. Ну, естественно, я туда вернусь. У меня там близкие родственники живут. У меня там дом остался. У меня там могила отца. Ну, то есть очень много привязано к этому региону в моей жизни. Поэтому, конечно, я хочу туда возвращаться. Ви ж поїхали в травні 2014 року, та одразу майже як розпочалися воєнні дії. Чи довго ви думали над цим рішенням? Ви знаєте, ну, во-первых, как бы я не совсем, скажем, переселенець чистий, потому что я уехал из Донецка, по-моему, в 2007 году еще, вот когда все донецкие уехали, Янукович уехал. И я как журналист, ну, что мне было в Донецке сидеть, писать о партхозактивах, да, там, о коммунальном хозяйстве. Уехала вся, скажем, сфера моей работы, да, я писал о политике. Поэтому я уехал в Киев тоже. Хотя больше жил в Донецке. Ну, то есть я каждый месяц ездил в Донецк. Лето, как правило, я проводил весну в Донецке. Ну, у меня дом за городом. Естественно, это лучше, чем здесь 16 этаж квартира, да, на Солнцепёке. Поэтому я жил на два города. В мае 2014 года я вообще не думал. Я же уехал не просто так, да, то есть в мое окно там две очереди из автомата Калашникова выпустили, и когда ты сидишь ужинаешь, в тебя стреляют, и стекла разлетаются, и попадают в тебя, там, и ты не понимаешь, стекло это или пуля. А на той час вы были у батьков, да? Вы же сказали, что вы приехали до Киева раньше. Да, но я же говорю, я ездил постоянно. Не, в марте 2014 года я сознательно поехал в Донецк. Естественно, я журналист, мне это было интересно. Я редактор, скажем, своего издания, и я чувствовал ответственность за это. И более того, я же тогда приехал, я возглавил патриотический комитет, комитет патриотических сил Донбасса фактически. Это объединение общественных проукраинских организаций. Я ходил по всем, скажем, донецким каналам, то есть я был таким публичным лицом украинского Донбасса. Ну, вам и не можно было там залишатися. Суто з безпекових. Нельзя было, да, потому что тогда уже на тот период уже начали воровать наших людей, похищать, пытать. Потом их все равно отпускали, но в обмен на кого-то. И мне, конечно, мы уже прятались. Вот когда в меня стреляли, в нас стреляли, мы с Егором Фирсовым были, он тогда был депутатом Верховной Рады. Это мы уже прятались, собственно, на даче, нелегально находились, скажем. Ну, нашли вот и, скажем, отправили нам привет. Мы им отправили, у Егора было оружие тоже. Он был более подготовленный, это я такой пацифист, не стреляющий. Но мы тут же, естественно, сели в машины, даже вещи с собой не брали, как и уехали. Вы кажете, что можете повернутися, але я спілкувалася з кількома теж,
ну, не теж, а переселенцями з Донбаса, і вони кажуть, що за жодних умов, от навіть коли закінчиться війна, вони ментально просто не зможуть там перебувати і спілкуватися з тими людьми. Я їх понимаю. Вы знаете, у меня тоже есть психологическая травма. Я когда приезжаю в этот регион, хотя я не на оккупированной территории, а даже вот на свободную территорию, ну, мне сложно. Я чувствую, скажем, определенный дискомфорт. Но я, скажу, это моя психологическая, это я такой человек. Я могу повернуться, вернуться куда угодно и жить где угодно, еще и подчинить это, скажем, жизненное пространство себе. А я думаю, що ви, певно, ж неодноразово задавали собі питання, думали про це. Як потім нам всім жити разом? Буде складно, але я думаю, що нам все-таки, всім нам і там, і здесь потрібно аналізувати причини, чому це случилось. Я бачу, извините, все-таки обоюдну вину. І Україна виновата перед Донбасом, тому що віддала його спочатку на откуп Януковичу. Потом на откуп русскому миру, скажем так, потому что сразу навесили на всех ярлык вот пророссийского региона. Это такие загальные, что значит Украина отдала Януковичу Донбасс? Украина в обличье кого? Украина в обличье наших политических партий, которые там не работали фактически, потому что они считали, что там вот Янукович. Украина в обличье президента Кучмы, который отдал в распоряжение экономику региона, и я могу это откровенно говорить, и ответственно, потому что я знаю, в обмен на то, что вот ему обеспечат победу во втором туре президентских выборов в 98-м году. То есть это и наши политэлиты, и собственно, и журналисты, наверное, тоже, когда вот в 2004 году мы все попали в этот оборот, что есть хорошая Украина, есть плохая Украина, да, и мы вроде тогда боролись за демократические силы, но даже этой борьбой все-таки мы разделили Украину. И в 2014 году, извините, тоже я считаю, что, ну, во-первых, все-таки было государство, и люди платят налоги для того, чтобы государство их защищало, да, в том числе от наших глупостей. Если людям промывали там мозги, и даже 20% мы делали соцопрос, я могу абсолютно уверенно говорить, поддерживала Россию. Это столько же, сколько сейчас поддерживают во всей Украине Медведчука и Шария. Да? Угу. Тот же процент был там. Где была реакция власти, чтобы навести порядок в городе? Ее не было просто. Власть играла и тем, и им. Причем как киевская взяла паузу, смотрела, что будет, да? Я думаю, для того, чтобы потом, скажем, поквитаться с Ахметовым, приехать навести порядок, но принизив при этом роль Ахмета. А донецкие, скорее всего, тоже разыгрывали свою карту для того, чтобы потом торговаться с Киевом, что вот мы наведем порядок, но только оставьте нам, скажем, нашу вотчину в наше управление. А государства оказалось нет. Я с этим столкнулся, да, как... Ну, я же как один из лидеров, скажем, проукраинского движения в Донецке, когда я приходил, извините, в милицию и говорил о том, что нужно что-то делать, вот же, а мне говорят, вот, хочешь, мы тебе дадим адреса, бери своих людей и разбирайся с ними. Еще раз, я не зрозуміла, вы приходили, казали, треба щось робити с ким? С чем? С теми, кто бегает с российскими флагами. Это все было известно, кто эти люди. Все было понятно. Но власть же не хотела с ними ничего делать. Они хотели нашими руками что-то сделать. Причем я уверен, что для того, чтобы потом нас еще и посадить за то, что мы граждане Украины, там что-то там побили или, не дай бог, еще что-то. Поэтому государства не было вообще. Я уже не говорю о том, что Стрелков 120 километров прошел, да, из Славянска в Донецк и без всякого сопротивления. Воинские части в Донецке по договоренности сдавались. Постреляют для вида в небо и сдали. И это нужно признавать. Хотя я не умаляю вины, скажем, тех людей, которые привыкли относиться к жизни патерналистки, к сожалению, которые позволяют себе промывать мозги телеканалам российским в том числе, потому что лень думать просто. Я так считаю, что все наши беды все-таки отсюда. Поэтому вина взаимная, ее нужно признать и... Главное, чтобы итог был справедлив, потому что когда это справедливо, то виноватый тоже будет понимать, что это справедливо, да, и он будет, скажем, адекватно на это реагировать. Це такий шаблон, але ці червоні лінії і ті компроміси, да, які особисто для вас припустимі в цих перемовинах, це що? Знаете, для меня главное, чтобы все-таки Донбасс был реально, а не де юре Украиной, чтобы люди, которые уехали туда по политическим мотивам, да, и когда вернутся туда, чувствовали себя в своей стране, а не, скажем, допущенными к своему жилью. Но это не особый статус.
тоді? Ну, смотря, что считать особым статусом. Я вот говорю, что особый статус у них есть уже 4 года. Они могли бы им пользоваться. В 2014 году, да, приняли закон. То есть уже 6 лет. Если бы перестали стрелять. А сегодня это особый статус уже будет... Я за то, чтобы такой особый статус дать всем регионам вообще Украины. А чем они особеннее? Пусть во всех регионах Украины там местные громады решают, делать им второй язык официально, например, или не делать. Ну, это круг до федерализации. Почему? Нет, я считаю, что... Ну, во-первых, это есть де-факто. Ну, мы по-разному разговариваем, действительно, во Львове и в Донецке, во-первых. Ну, основная масса людей, да. Это первое. Второе, пусть это регионы делают за свой счет. Вот если они найдут деньги, громада захочет платить за... Что такое второй язык? Это учителя все должны, скажем, то есть дополнительные уроки, дополнительный документооборот должен быть на втором языке и все прочее. Если они посчитают, что им деньги некуда девать и нужно вот на это тратить, то пусть делают. Но я не уверен, что, по крайней мере, разрушенный Донбасс захочет вкладывать деньги вот в это, допустим. То же самое с той же народной милицией, да. Пусть в каждом городе, как в Америке, будет шериф избираемый и какая-то, скажем, структура, которая будет заниматься порядком на улицах. Но они должны подчиняться законной украинской полиции. Не может быть, чтобы они заменяли полицию. То есть компромиссов может быть масса на самом деле. И причем эти компромиссы, считаю, ну, должны... Ну, тобто ви таку Україну бачите, так? Я вижу таку. Я думаю, що вона в любом Чтобы случае... Щоб в кожному регіоні була своя поліція, свої суди. Нет, нет. Ну, ми ж не об этом говорим. Я говорю наоборот, що не должно быть... Поліція должна быть одна. Угу. Ну, от сейчас есть у нас всякие муниципальные органы, да, вот, скажем так... Как это называется? Міська варта чи щось таке. Тобто муніципальні правоохранительні структури, які допомагають, да, як раніше там народна дружина поліції законної, і які дежурство осуществляють там вместе з законною поліцією. Добре, а пусть маленьке буде. Уточнення для розуміння, чим от ваше бачення України відрізняється від того, що пропонує Медведчук чи Кремль щодо федералізації України? Они хотят политических прав каких-то дополнительных, а я резко против каких-либо политических прав. Я считаю, что громада может действительно вкладывать деньги, скажем, в дополнительную охрану общественного порядка. Громада может, если у нее там венгерское, да, население в основном или российскомовное, да, может вкладывать деньги в сохранение второго языка. Это не значит, что не будет украинского государства. Я за единый украинский государственный язык, потому что это основа государства действительно. Ну, какой-то второй язык, там, официальный, не государственный, или язык дела производства на местном уровне. Почему нет? Пусть будет. Это есть. Ну, де-факто люди говорят на этом языке. Мы их не можем заставить. Со временем это само уйдет, потому что молодежь растет. Если она будет в школе учиться на украинском языке, то понятно, что она будет... Я сейчас уже русскоязычный, да? Я уже часто иногда подбираю русские слова, особенно если в диалоге с украиноязычным человеком, потому что я уже в этой сфере, как бы, я украинизируюсь волей или неволей. И просто я предлагаю медленный путь, не революционный, как сейчас, да, взять и заставить. Но люди всегда плохо реагируют на насилие над собой. Это естественная природа человека. А постепенно, ну, нужно видеть стратегическую цель, да, если мы хотим такую Украину. Давайте искать общее все-таки, а не то, что нас разнит. Сейчас мы боремся друг с другом почему-то, вот с разницей между собой. Но эта разница есть, она никуда не уйдет. Она а есть ваша, в всех странах, кстати. Це ваша особиста думка, чи це обговорюється? От, на... Да нет, ну, это мое личное. Это не может даже обсуждаться, я говорю, потому что мы не обсуждаем этих вещей. Мы, если обсуждаем, то, скажем, конкретную повестку дня, скажем так, Мінських переговорів. Ще останнє питання, яке мене дуже хвилює, але про яке я не чую, щоб воно взагалі повставало в просторі в інформаційному. Питання репарацій. Взагалі, іде обговорення, механізм, тому що ми весь час чуємо, що Україна має вкладатися в Донбас, інвестувати. А з боку Росії, вони взагалі піднімається це питання? Компенсація, відновлення? Тому що, опять же, я ще раз повторю, Росія не признається стороною конфлікту. Як ми можемо требувати від неї репарації з нею, скажімо так? Тобто я думаю, що цей питання буде рішатися через міжнародні суди, але на даному етапі, скажімо, переговорів, тим більше з Росією, цей питання не піднімається. Дякую. Спасибо.